Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии Елена Радкогла. Сегодня в выпуске. Знать свои права и уметь их защищать крайне важно, особенно в контексте здравоохранения. Камрадский колледж имени Чекера в этом году прошел аккредитацию по всем специальностям. В селе Кирсово прошла экологическая акция «Сад памяти». В детском саду номер 5 прошло мероприятие, посвященное Дню гагаузского языка и письменности Анадили. С сегодняшнего дня граждане Молдовы могут быть вакцинированы против коронавируса и российской сывороткой «Спутник Ви». Дозы российской вакцины для первого этапа иммунизации уже распределены по центрам вакцинации в стране. В связи с этим Минздрав издал приказ о распределении сыворотки. Вакцина будет храниться при максимальной температуре 18 градусов по Цельсию. Ее размораживают 30-60 минут и вводят в течение 2 часов. Вторую дозу вакцины следует ввести через 21 день. В нашей стране имеется 142 тысячи доз на 2 этапа иммунизации, которые были получены в виде гуманитарной помощи от Российской Федерации. Количество случаев заражения коронавирусом сократилось еще почти на 1/3 по сравнению с предыдущей неделей. Это более чем в 2 раза меньше случаев, чем было 2 недели назад, сообщает «Инфотак». Общее число случаев заражения COVID-19 в Молдове за все время пандемии составляет более 250 тысяч случаев. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. С начала пандемии от COVID-19 излечились 241 тысяча жителей. Общее количество скончавшихся от COVID-19 составляет 5850 человек. Знать свои права и уметь их защищать крайне важно, особенно в контексте здравоохранения и социальной защиты. О праве больных на своевременное лечение, на бесплатные лекарства, на отпуск по состоянию здоровья рассказала директор представительства Офиса народного адвоката города Камрата Светлана Миронова. В офис народного адвоката поступали неоднократно жалобы, связанные с дискриминацией пациентов в медицинском учреждении по признаку языка и медицинская помощь, которая должна была быть бесплатной, пациенты платили, отметила Светлана Миронова. Призывая пользоваться своими правами, пациент должен знать, что если он имеет застрахованный статус и его обязывают приобрести какую-то услугу платно, следовательно, он имеет возможность обратиться к администрации этого медицинского учреждения за компенсацией всех понесенных затрат. По словам Светланы Мироновой, пациент имеет право выбирать любое медицинское учреждение на территории Республики Молдова, в котором будет получать лечение. Каждый должен знать, понимать и пользоваться своими правами, отметили жители автономии. Мы имеем полюс, например, мы пенсионеры, нас должны принять, обслужить бесплатно. Как раз иду той же с поликлиники, и дали направление провериться вежливо, культурно. Какие права? Знаем то, что когда идем к врачам, они все равно деньги берут. Если я плачу налоги, значит, я имею право вот такие, если у меня есть страховой полис. Я имею право пойти в поликлинику, я имею право требовать, потому что я платил. А если я ничего не имею, я тебе там ничего искать. Иди платно, есть сколько хочешь больницы. Вот иди туда платно, больницы, лечи сколько хочешь тебе. На сегодняшний день, согласно законодательству и закону о правах и ответственности пациентов, предусмотрен перечень прав и обязанностей больных, в частности, на уважительное и гуманное отношение, на сохранение тайны состояния здоровья, на выбор врача и ряд других обстоятельств. В любом конкретном случае, естественно, право на оказание медицинской помощи, особенно в тяжелых, угрожающих жизни состояниях, там вообще не решается в первую очередь вопрос о том, чтобы оказать помощь, только потом застрахован пациент или нет. Светлана Миронова призывает жителей автономии пользоваться своими правами и проявлять заботу о своем здоровье. Марина Топал, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости. Накануне пасхальных праздников микроавтобус из Гагаузии попал в дорожно-транспортное происшествие в Болгарии. В результате ДТП пострадали водитель и 5 пассажиров, находившихся в транспортном средстве. 2 человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшей больнице. 4 человека получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались. В настоящий момент они уже находятся дома.
Вместе с праздниками водителей поджидали очередные подорожания. Еще одна сеть автозаправочных станций вывесила новые повышенные цены на горюче-смазочные материалы. Так, литр бензина А95 стоит 20 леев, а литр А98 обойдется автовладельцам в 21 лей. Сжиженный газ подорожал до 11 леев, 35 банов за литр, а дизель до 16,5 леев. В минувшие выходные 2 мая произошел пожар на Камрадском рынке. Как отметил старший инспектор гражданской защиты регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии Дмитрий Константинов, рассматриваются несколько версий случившегося. Сегодня еще ведется следствие, и мы не можем утверждать, что именно произошло, из-за чего разгорелся пожар. Но специалисты дают предварительную версию причины возгорания – неосторожное обращение с огнем, рассказал Дмитрий Константинов. Камрадский колледж имени Михаила Чекера в этом году прошел аккредитацию по всем специальностям. Об этом сообщила руководитель учебного заведения Мария Танасович. Прохождение аттестации, по словам руководителя колледжа Марии Танасович, необходимый этап для каждого учебного заведения, поскольку показывает, на каком уровне проходит учебный процесс по тем или иным специальностям. И то, что Камрадский колледж в итоге аттестации получил положительную оценку по всем специальностям, говорит о его высокой квалификации. Мы прошли успешно аккредитацию и получили вот такой документ. Это очень дорогой документ, в котором описаны все 7 программ, по которым мы получили аккредитацию. Я как руководитель могу похвастаться тем, что наш коллектив – один из немногих коллективов колледжей и образцовых центров в Республике Молдова, которые за один раз аккредитовали 7 программ. Колоссальная работа проведена всем коллективам. Аккредитация, по словам Марии Танасович, осуществлялась по 10 стандартам. Коллективом учебного заведения был подготовлен отчет, который оценивало агентство по внешней оценке. Ставили нам оценку по каждой программе, по каждому стандарту отдельно. И я хочу сказать, что мы получили отличные оценки по всем стандартам и получили аккредитацию на 5 лет. Студенты, выбравшие для себя обучение в Камрадском колледже, делятся, что знания получают на достойном уровне и выбором учебного заведения очень довольны. Я всегда говорю, что моя жизнь перевернулась с первого курса, вот как только я поступил. Почему она перевернулась? Потому что вот если сравнивать колледж, то это маленькая подготовка в реальную жизнь. И уровень профессионализма, он сочетается с домашним уютом. Вот ты можешь к любому профессиональному педагогу подойти и спросить о любой проблеме, интересующей тебя. Вот это и профессиональное, и личное. Много моих знакомых учатся здесь и наслышано много хорошего, что высококвалифицированные у нас педагоги. Также я с музыкой знакома с детства, поэтому именно эту специальность выбрала. Поступив сюда, не пожалела, так как была задействована изначально в концертах, у нас ведется активная деятельность, то есть также у нас есть практика, где можем себя проявить. Отметим, что набор студентов на обучение в Камрадском колледже осуществляется на базе 9 классов. В новом учебном году будет проходить набор абитуриентов по таким специальностям, как начальное обучение, дошкольная педагогика, музыкальный работник, административные услуги и секретариат, туризм, социальное обслуживание, вокал и инструментальное исполнительство. Людмила Новак, Григорий Ставилов, Мария Казаку, новости ГРТ. В преддверии праздника 9 мая в селе Кирсово прошла экологическая акция «Сад памяти». При поддержке Русского дома в Кишиневе в центре села были высажены молодые саженцы деревьев. Экологическая акция «Сад памяти» приурочена к празднику Победы в Великой Отечественной войне. Акция проведена при поддержке Русского дома в Кишиневе, Исполнительного комитета Гагаузии, а также при мэрии села Кирсово. По замыслу организаторов акции «Сад памяти» станет живым напоминанием о подвигах, совершенных отцами и дедами в годы Великой Отечественной войны. В этом году тоже не исключение. Уже происходили акции в Кишиневе, в ряде других городов республики. Вот сегодня, я думаю, что и на территории автономии уже в некоторых местах эта акция состоялась. Вот сегодня акция проходит в селе
Кирсова. В рамках акции «Сад памяти» в центре села Кирсова было высажено 120 саженцев лип и кленов. В закладке сада также приняли участие ученики местного лицея, жители села и активисты общественного движения «Волонтеры Победы Молдовы». При поддержке Россотрудничества сегодня мы решили высадить порядка 120 саженцев. Этим самым мы облагораживаем город, точнее село Кирсово. Вот. Также мы собираемся проводить данные акции в других городах. Важность проведения, я думаю, что стоит на первом месте, потому что при нынешней экологической ситуации это необходимо, так как природа погибает с каждым днем. Экологическая акция прошла в селе Кирсово впервые. Высаженные деревья станут для жителей напоминанием о великом подвиге. Ведь каждый молодой саженец является олицетворением солдата, погибшего на поле боя. Знаменательна эта акция тем, что каждый год мы подчеркиваем значимость нашего великого праздника. Каждый год мы с чувством долга говорим о подвиге русского солдата. И я надеюсь, что именно эти деревца, они будут жить, они будут расти, и это будет памятью для всех нас. С инициативой провести акцию «Сад памяти» выступили волонтеры Победы и Фонд памяти полководцев Победы в России. Международная акция проводится более чем в 50 странах. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев и создать живой памятник каждому погибшему солдату. Татьяна Казаку, Виктор Курдогла, Мария Казаку, ГРТ Новости. В ближайшем будущем о Гагаузии будет снят очередной видеопроект. Кем и когда он будет реализован, расскажет Алена Терзи. Год назад турецкий журналист и исследователь тюркского мира Шükrü Gökkaya выпустил ознакомительный каталог о Гагаузии. В него вошла информация со времен становления автономии, данные об известных личностях, информация о музеях и туристических объектах, а также традиции и обычаи гагаузского народа. Все это сопровождается фотографиями. На самом деле мы хотим продолжать эту работу в более развернутом формате. Хочу поблагодарить Союз Гагаузов Турции за помощь, Туристический центр Гагаузии и, конечно же, ваш канал за теплый прием и сотрудничество. Надеюсь, что в результате командной работы мы получим превосходный телевизионный продукт. С целью расширения аудитории спустя время автор решил воссоздать его в видеоформате. Культура, музеи, искусство, история, традиции – все это будет отражено в этом фильме. Также мы осветим отношения Турции и Гагаузии и те проекты, которые были реализованы в Гагаузии при поддержке Республики Турция. Думаю, одного часа нам не хватит, и это будет двухсерийный фильм. Весь отснятый материал будет воссоздан в формате двухсерийного фильма. Большую поддержку в предоставлении видеоматериала оказала общественная компания «Гагаузия радиотелевизиону». Алена Терзи, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ Новости. Малоимущие жители Камрата не останутся без поддержки властей во время пасхальных праздников. Местные власти объявили о закупке продуктов для формирования продуктовых пакетов. Помощь получит 1000 семей. На приобретение продуктов ранее муниципальный совет Камрата выделил 140 тысяч леев. В детском саду номер 5 прошло мероприятие, посвященное Дню гагаузского языка и письменности Анади Ли. На мероприятие был приглашен гагаузский певец и поэт Михаил Пачи. В рамках акции «Анади Ли» в детском саду номер 5 прошли мероприятия, посвященные этому празднику. Менеджер Камратского детского сада номер 5 Елена Патерман подчеркнула, что в учебное заведение на протяжении месяца были приглашены писатели, которые пишут стихи, сказки и песни для детей. На одной из встреч ребята познакомились с творчеством писателя Михаила Пачи. Родом он из села Кангаз. Дети, одетые в национальные костюмы, продемонстрировали сценки из гагаузских народных сказок. Читали стихи, исполняли песни на родном языке.
И дети с огромным удовольствием с ним общались, пели его песни, под его, он аккомпанировал им на аккордеоне, они с большим удовольствием пели его песни. Певец и поэт Михаил Пащи рассказал детям о своей семье, о том, что он и его родные посвятили себя музыке и поют на гагаузском языке. У меня трое детей, обучаю их всех музыке. Моя старшая дочь часто приходит к вам и поет. На фотографии мои младшие дочки, они играют на фортепиано и поют. Елена Патраман отметила, что благодаря таким акциям воспитанники детского сада понимают, насколько необходимо изучать родной язык. Надеемся, что это привьет в детях то бережное отношение и то отношение к своей национальности, к своему языку и к своей значимости вообще как гагауза. Гагаузский певец и писатель Михаил Пащи написал много песен на родном языке. Он также пишет сказки для детей. Наталья Железова, Майя Садович, Вячеслав Кыса, Мария Казаку, новости. В завершение выпуска прогноз погоды в Гагаузии. 5 мая в Гагаузии ожидается переменная облачность. Влажность воздуха составит 55%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха. В Камрате ночью плюс 8, днем столбик термометра покажет плюс 20. В Чедерлунге ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 19. В Оконештах ночью плюс 8, днем 20 градусов выше нуля. Это были все новости на сегодня. Берегите себя и своих близких.